Так, всем привет. Утро доброе. Сегодня 3 апреля. Лодка к сезону готова. Брал я ее в прошлом году. Купал. В городе Сосновка. Кировская область. Вот. Мотор у меня свой был. 9920 установил. Был румпельный. Дистанцию вот так все поставил, то есть трасса, кабель и оттуда груши и кабель питания. Трос этот у меня с рулевой был заказан вместе с лодкой. Лавочка была, это уже сам обшил, более чтобы удобно было. Установил даунриггеры. Один, второй. Вот. Так что вот. Заказывал кринолины. Попробовал в прошлом году. Ну, пока без дистанции. На румпеле. Ну, понравилось. Вот. Такая вот лодочка. Поставил дистанцию. Поставил свой эхолот. Ну, свой фунт небольшой, но функции свои выполняет. Спидометр и вольтметр. Проводку я тоже сюда заказывал, то есть помпа откачки, ходовые огни. Вот. Стекло было обыкновенное российское, но меня это устраивает. Постелил я сюда эво листы. Ну, это оно более удобно, чем просто фанера. Тент отдельно я уже покупал, то есть на всю лодку вот такую вот клейки наклеил, вот так для по лайту, для лайта. Итак, тактика 390 dc комфорт с планшером T-Pass. Вот. Вот такой. Зимы грязная, такой бардачок, довольно-таки глубокий. И сверху натянул карбоновой пленкой, обтянул. Ну так, для небольшого разнообразия. Ну, как бы вот. Лодка не регистрат. Вот. Ну, все провел, все сделал. Лодочка готова. Рыбному рыбацкому сезону. Так что вот как-то так. Вот. Мотор 20-ка. Шильдики 9,9. Вот. Ну, довольно-таки неплохо идет на этой лодке. То есть меня все устраивает. Везде болты устанавливал нержавейка. Сюда тоже нержавеющие. Все полностью везде нержавейка. То есть, ну, так как море будет использоваться на море, то есть тут что-то простое железное не вариант ставить. Вот такая бирочка. Вот. Компания ООО Тимакс. Тимакс. Кировская область, город Сосновка. Вот. Посмотрел много видео по ней. Решил заказать. Так что установил датчик эхолота. Провел через сливной процесс, через дырочку и отверстие. Провод. Здесь у нас помпа выходит. Воду откачивает. Как-то так. Прицеп американский стоит. Load Ride полностью весь с оцинковки. Ну, то есть, кроме рессор. Рессоры, ну да. Страдают, конечно, в соленой воде. Вот. Длинное дышло. Очень длинное. Мне прям нравится. Машина не загоняется в воду. То есть, остается
я таскаю лодку. Остается на суше, то есть вода. Так что вот решать, кому что покупать. Ну, я свой выбор сделал на компании «Тактика». То есть полностью всем доволен. Спасибо всем за внимание.